сегодня нам предстоит необычная тренировка в бассейне, а в качестве спортивного инвентаря мы будем использовать аквафлот и проработаем все группы мышц. Как это правильно делать, нам расскажет профессиональный фитнес-инструктор Светлана Подосинникова. Свет, расскажите про аквафлот, что это такое, я столкнулась с этим впервые. Это самый волшебный тренажер, который я знаю из ныне существующих. На нем можно прорабатывать абсолютно все мышечные группы. Он годен для работы с ЛФК, с клиентами, у которых есть какие-то проблемы с позвоночником, с суставами. И он готов подготовить спортсменов высокого уровня. Итак, техника безопасности. Чтобы мы себя чувствовали комфортно, не боялись упасть, мы должны соблюдать два основных правила. Не заходить на переднюю часть плота, чтобы не упасть вперед. И не заходить, не переносить свой вес тела на одну из сторон, правую либо левую. То есть мы ставим ноги широко, колени широко, руки ближе. Вес тела частично переносим на пяточки, тянемся темечком вверх и красиво ровно встаем. Оп. Голова на месте. А самое главное научиться держать баланс. Укрепляем вдоль позвоночной внутренней связки, даем хорошую нагрузку на суставы, на мышцы-стабилизаторы и уходим с тренировки довольны, счастливые и здоровые. Поехали. Раз. И меняем руки. Ловим баланс. То есть вам надо научиться держать баланс. Как только у вас позвоночник останется на месте, вам сразу будет все легко и комфортно. Теперь вы должны вернуться в исходное положение. Готовы? Поехали. Руки вперед, плавно опускаемся вниз. Спинка красивая, ровная. Подаем плечи вперед, опускаем руки на пальчики, ставим коленки. Выпрямляем стопы, опускаемся на пятки. Вот мы перешли в положение. А теперь я предлагаю попробовать планку. База всех баз, основа всех основ. Выходим руки вперед. Шея, продолжение спины. Вытягиваемся, лопатки свести. Работают все мышечные группы. И бедра, ягодицы, и пресс, и спина. Планка может быть на прямых руках. Планка может быть на предплечьях. Да, и в планке можно делать множество всяких упражнений. На пресс и все остальное. А сейчас предлагаю все эти три разученных базовых упражнения на плотах объединить в цепочку, и вы поймете, что вы готовы к любой тренировке на плотах. Поехали. Тянемся, устойчиво, комфортно. Все хорошо, замечательно. Опускаемся в исходное. Упор, колени, стопы расслабили, вытягиваемся вперед. Исходное положение, ноги шире. Все, молодец, похлопала себе. Я думаю, ты готова. Я предлагаю тебе принять участие в групповой тренировке. Там будет немножко сложнее, но база у тебя уже есть. Готова? Да. Ну, просто любуемся мы на Оксану Маслову, и, конечно же, берет гордость не только за нее, но и за всех наших корреспондентов.